Я вижу, что не могу теперь принять деньги. Видно, мне сообщили о жаловании ошибочно. Я слишком теперь понимаю, что мне не за что платить, потому что никакой службы не было. А получать жалование за какие-то скандальные рассказы о том, как я провожал два хвоста к институтам, мне низко. Мушер, теперь за это место меня совсем стал как родной. Возьми эти деньги, и не будем больше об этом говорить. Прости. Катерина Николаевна, моя дочь, часто обижает меня. А с тобой я как с родным. Ты литературен, ты читаешь, ты умеешь восхищаться. Я ничего не читал и совсем не литературен. Я читал, что попадется, а теперь и вовсе не буду читать. Почему? У меня другие цели.